В Алматинской области поймали банду, которая незаконно добывала полезные ископаемые. Недобросовестные бизнесмены сбывали балласт по всему региону. Нелегальная разработка шла на территории одного из карьеров в Енбекши-Казахском районе Алматинской области. Предприимчивые граждане обустроились в зоне месторождения вдоль реки. Оперативники обнаружили на месте 27 тысяч кубометров ценного сырья, а также 47 машин и специальную технику. В общей сложности злоумышленники обогатились на 122 миллиона тенге. Полиции начали уголовное дело по факту незаконного недропользования. Проводится расследование. Подозреваемые лица были установлены. В настоящее время проводится причастность каждого из них к уголовному правонарушению. По предварительным данным, мужчины самостоятельно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона. Проведенная экспертиза подтвердила происхождение материала, являющегося балластом объемом около 30 тысяч кубических метров.